Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя», друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас среда, 1 декабря, и мы всех поздравляем с первым днем зимы. А еще хотим поделиться с вами практиками на привлечение удачи, благополучия, изобилия и достатка, которые нужно сделать обязательно только 1 декабря. Почему это так, а также какие еще советы и рекомендации мы сегодня вам дадим в этом далее видео. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Итак, друзья, сегодня 1 декабря, первый день зимы, мы всех поздравляем. И сегодня энергии этого дня, они находятся в разрушении, да, к сожалению, это так. Но обязательно посвятите время сегодня своим краткосрочным делам, планированию, текущим вопросам и легким встречам. Постарайтесь сегодня воздержаться от важных дел, от начала каких-либо долгосрочных проектов, путешествий, переезда или ремонта. Но сегодняшний день будет великолепным для налаживания отношений. И сегодня время с 11:15 до 15:15 – это время, удачное время, когда вы можете нейтрализовать плохие влияния, обращаться за помощью к удаче, а также идеальное это время для презентаций и убеждения других людей. Но сегодняшний день не подходит для активности, рожденных в год быка. Сегодняшний день, 1 декабря, очень тесно связан с водой и ее течением. Сегодня увеличивается сила ее влияния на мир, при этом как в хорошем смысле, так и в плохом. Вода представляет собой постоянное движение и смену форм. И в духовном плане мы становимся более гибкими, интуитивными и подвижными к изменениям. Также вода имеет свойство насыщать, поэтому сегодняшний наш день требует именно ум, требует насыщения знаниями и новой информацией. И мы можем с большим удовольствием сегодня открывать новые грани, исследовать и получать тайные знания в виде прозрений. Но негативной стороной воды является непостоянность и опасность. Поэтому сегодня часто сменяется настроение у людей из-за нестабильности эмоционального фона. Люди становятся более сентиментальными и могут расстраиваться по пустякам. Сегодня очень опасно купаться в холодной воде. Также не рекомендуется и часто смотреть в зеркало. И сегодняшняя аффирмация для этого дня, 1 декабря, следующая. Мои мысли открыты для добра и любви. Мое сознание открыто для новых возможностей успеха. Мои мысли утверждают мир и гармонию. Мои мысли создают успешную и счастливую жизнь. Новые идеи – это путь к новой жизни. Желательно в этот день сохранять спокойствие. Злобность, агрессивность и зависть в этот день будут наказуемы. Сегодня вы можете потратить очень много жизненной энергии впустую, поэтому старайтесь ее расходовать с умом. Уделите время повышению своей духовности, и это лучший день для познания тайн. Не будьте слишком строги к тем, кто вас окружает. Человек далеко не всегда поступает разумно и логично. Избегайте сегодня важных встреч и свиданий. Следует сегодня опасаться и денежных проблем, обмана и растрат. Не оставляйте сегодня ваши вещи без присмотра. Большая вероятность краж. Также будьте предельно осмотрительны и внимательны при переходе улицы. Постарайтесь соблюдать правила дорожного движения. А чтобы весь год деньги водились, обязательно сегодня, 1 декабря, скажите такие слова: «Платон да Роман, насыпьте в карман». Кроме того, сегодня перед любой дорогой трижды прочитайте молитву «Отче наш». А если вам нужно встречаться с людьми, от которых требуется помощь, то, отправляясь в путь, стоит через окно кинуть левой рукой на дорогу щепотки соли. Так вы преградите
путь за собой злу. Если вам 1 декабря посчастливится увидеть в небе пролетающую стаю птиц, то сразу обязательно остановитесь. Посмотрите на пернатых и прочитайте коротенький текст. Как много перышек на них родится, так и в моем кошельке большим капиталом вовек не переводится. Эти слова вы и можете читать каждый раз, когда небо будет звездами усыпано. Нужно обязательно выйти на улицу, посмотреть на ночное небо и сказать, как на небе звездочек полным-полно, как в морях вода никогда не иссякнет, так в моем кошельке пусть всегда будет много налички. В этот день лучше отказаться от работы, которая связана с большим физическим напряжением. Дело в том, что успеха в ней не будет. Считается, что 1 декабря обедать лучше из деревянной или железной посуды. В противном случае между домочадцами могут начаться ссоры и раздоры. Первый день зимы лучше провести с близкими людьми, а дальняя поездка, в которую человек отправляется в этот день, вряд ли принесет ему успех. Обращаем ваше внимание, что ваш день сегодня должен быть наполнен радостью и любовью. Если домочадцам удалось провести 1 декабря и ни разу ни с кем не поссорившись, то в таком состоянии они останутся на весь следующий год. То есть в семье будет постоянно царить и доброта, и взаимопонимание. 1 декабря откажитесь от подписания договоров, которые связаны с слиянием предприятий, каких-то коммерческих соглашений и других документов, где говорится о создании общего дела или финансового фонда, потому что в итоге можно остаться и без денег, и без друзей. Нельзя 1 декабря есть со стеклянной, керамической, фарфоровой или другой любой посуды, кроме деревянной. Кто нарушит этот запрет, привлечет в семью ссоры и проблемы с деньгами. Наши предки не только в день Платона и Романа, но и в другие старались есть только из деревянной посуды. Посуды, которую изготавливали именно 1 декабря, поскольку она по народным поверьям укрепляла узы родства. Чаще всего использовали для изготовления такой посуды именно липу. Это дерево способно защитить от влияния нечистой силы. Нельзя в день Платона и Романа 1 декабря, чтобы грязную посуду после ужина мыл чужой человек. 1 декабря это должен делать только хозяйка дома. Если же за мытье посуды примется гостья, она смоет из семьи и благополучие, и счастье. Также, пожалуйста, 1 декабря не нужно жаловаться и злиться. Этим можете вы навлечь на себя неприязнь темной силы. Поэтому в день Платона и Романа рекомендуется держать эмоции под контролем. А для этого необходимо постараться свести к минимуму общение с неприятными людьми. Лучше сегодня также не занимайтесь маникюром и педикюром. Считается, что вместе с ногтями вы можете лишиться и здоровья. Не рекомендуется и 1 декабря делать спонтанные покупки. Если предложение кажется вам выгодным, необходимо расплатиться безналом. Считается, что деньги 1 декабря станут проводником негативной энергии. По этой же причине не стоит давать деньги в долг. В противном случае можно не только лишиться своих накоплений, но и начать падать в финансовую яму. Сегодня нельзя ни в коем случае пугаться перспективных, но в то же время и сложных задач. Если отказаться от них 1 декабря, удача может отвернуться на ближайший год. И 1 декабря обязательно проведите практику. Эта практика направлена на то, чтобы вы пригласили в свой дом удачу. Поэтому приглашать нужно, стоя на пороге, перед тем, как зайти внутрь квартиры или дома. Итак, возьмите за ручку двери, обязательно выньте ключ и скажите такие слова. «Удачу в дом пускаю, двери ей открываю». Заходи, не стесняйся, на весь декабрь оставайся.
После этого вы можете открывать дверь и немножко подождите. И также 1 декабря обязательно дома заварите свежий чай и оставьте кружку на столе на час. И на час где-то два со следующими словами: удачи чаю с дороги, чтобы не замерзли ноги. Вот такой, друзья, у нас с вами сегодня день 1 декабря. Поздравляем всех с первым днем зимы. Надеемся, этот месяц пройдет для вас успешно, удачно и плодотворно. Оставайтесь на канале Эзотерика для тебя. Мы каждый день даем очень полезную, важную и нужную информацию для каждого.